Пошли обойдем сзади. У меня ключ есть. Ну, да, можно тут через перепрыжку. Бежит у меня! Готов. Хорош. Я пропустил. Больше не вижу. Сейчас зачекаю, посмотрю, что за пацан. В этом гранат. Ты по мне? Нет. Готов. Сука. Как я его так пропустил-то, блядь. Всем привет на канале Молот. Представляю вашему вниманию соло-рейд в моем исполнении. Я редко хожу один, но и такое бывает. В общем, смотрим. Очко-то жим-жим. Вот, блядь, жопу отрастил-то. Говорил, мама, надо спортом заниматься. Сейчас мы зайдем к вам нахер в спину. Блядь, лох какой-то, по-моему. Ну да, лошара. Везет мне на лохобезов всяких. Блять, походу там решалу решают. Бля, пойду проверю лучше решалу. Есть кто дома? Чё-то тихо тут больно. Бля, либо все ныкаются, либо все пизды уже друг другу раздали. Бля, такой хуйней занимаюсь. О! Вот оп, опачки, это уже интересно. Ща, ща, пацаны, ща, я бегу. Давай быстрее уже беги, блин. Опа, опа, опа. Так, режим нагибатора включен. Сейчас поздороваемся с типочками. Бля, о, метки-то, сука. Как-то он меня спалил. Мне там что, в ухо стреляешь? Бля, ну нахуй, режим лоха лучше активирует. Сейчас мы тактикульно оббежим. Что-то очкую я. Короче, в пизду этих лохов. Пойду лучше общагу посмотрю, может, что оставили. Ебать! Чё за хуйня? Нихуя себе! На, сука! На, сука, жри! Ебать их тут, походу они всех зарешали-то. Ну чё ты там стонешь? Ебать, вот ты зашёл, блин.
Ща, погоди, я тебе пиздюлей выдам. На гандон, блядь. Папа зарешал. Вот так вот нежданно-негаданно я прибарахлился. Кстати, это первый раз, когда я привалил Решалу и его свиту. До этого встреча с ним была неудачная для меня. Ну и хоть рейд получился такой достаточно насыщенный, играть соло все равно, как по мне, скучновато и не так интересно. Так что всем желаю найти хорошего товарища и играть в команде, устраивать экшон на улицах Таркова и нагибать всех вокруг. Ставьте лайки, дизлайки, оставляйте ваши комментарии под этим видео и не забывайте подписаться на канал. Всем до скорого. Все, вышел.